Хай, с вами Лего Хэл, и сегодня у нас, у меня вчера был день рождения, и сегодня у нас новости недели. Это черепашки ниндзя 2018-го, да, у них новое оружие, кунаи у Микеланджело, у Рафаэля полицейские дубинки, Эйприл чернокожая, у нее электрический кот, Бибоп, который имеет железные перчатки, Мастер Спринтер мелкий, и черепомобиль можете посмотреть у меня. Это у нас парк юрского периода, который скоро выйдут, наборы. Я надеюсь получить хотя бы один. У нас здесь, конечно же, стеродактиля, ну, каким-то динозавром. Ну, я не разбираюсь, но это точно, наверное, тираннозавр Рекс. А у нас это фигурки из новой серии Лего Powerpuff Girl. Я серьезно могу сказать вам. Чё за фигня? Серьезно. Чё за фигня? Лего, вы уже наглухо отбитые, потому что... Лего Dimensions, да, я хотел себе купить себе ради прикольных фигурок, но Лего серия? Серьезно? А это у нас Лего Гарри Поттер, который выйдет во втором полугодии. Да, Лего Гарри Поттер возвращается. Я хотел бы себе купить такой набор ради фигурки Хагрида, потому что он клевый. У нас здесь снова парк юрского периода, и здесь у нас еще с большим чернокожим динозавром. Это не расизм. Еще у нас здесь самоделки. Это у нас растение против зомби. Еще мемчики. А это у нас серия мини-фигурок, которая выйдет во втором полугодии на честь 60-летия Лего. Ладно, с вами был Лего Хэл. Ставьте лайки. Пишите, какой я тупой и какой я идиот. Поздравляйте меня с днем рождения, который прошел со вчера. Умоляю вас, то хоть кто-то поздравьте. И надеемся, что я буду снимать обзоры на другие наборы. Ладно, удачи вам. Лайкайте меня, дизлайки меня, потому что вы уже достали. Почти что никакого интереса на канале. Давайте хотя бы на этом ролике наберем каких-то 50 просмотров. Окей? Окей. Пара-па-па. Начинаем уже.